знать, что бабушка моя лет 60 тому назад ездила в Париж и была там в большой моде. Народ за ней бегал, надеясь посмотреть на московскую Венеру. Конечно, резко не получилось. И как не уверяли, бабушка, чуть не застрелился от ее жестокости. Но кратко обещала бабушка денег, не знаю, что будет. Лизик, прикажи закладывать сигарету и поедем прогуляться. Закрыв лицо бобровым воротником, а его черные глаза сверкали из-под шляпы. Она испугалась, сама не зная чего, и села в карету с трепетом неизъяснимым. Вернувшись домой, пробежала к окошку и... опять его увидеть. Твердость спасала его от обычных ошибок молодости. Так, например, будучи в душе игрок, никогда он не брал в руки карты, ибо однажды решил, что он не в состоянии жертвовать необходимым в надежде приобрести. Какая-то неестественная сила, казалось, привлекала его к нему. Графиня молчала. Старая ведьма! Заставлю тебя отвечать. С этими словами он вытащил из кармана пистолет. Имею пистолет, графиня, во второй раз оказалось сильное волнение. Оно закачало головой, подняла руку, как бы заслоняясь от выстрела. Потом... покатилась навзничь и осталась недвижима. Графиня умерла. И наклонился над гробом. В эту минуту показалось ему, что мертвая насмешливо взглянула на него, прищуривая одним глазом. Там он отступил на несколько шагов назад, запнулся и глянулся обзи. Его поняли. Я пришла к тебе против своей воли, но мне велено исполнить. Это было похоже на поединок. Чекалинский стал метать, руки его дрожали. Направо легла дама. Налево лег туз. Казалось ему, что пиковая дама, он внутрь.